Здравствуйте, дорогие библиотекари! Я Калинина Ирина, и я бы хотела вас поздравить с наступающим Днем Библиотек. И я желаю вам всего самого лучшего, чтобы к вам приходили только самые лучшие и самые настоящие любители почитать. И я хотела бы прочитать вам стихотворение Галины Васильевны Коневой ко Всероссийскому Дню Библиотек. Кунева Галина Васильевна по Всероссийскому Дню Библиотек читает Калинина Ирина. Праздники часто, долгие очень, могут нас скучить шумные дни. Если общение с другом захочешь, в библиотеку ты загляни. Там ведь любое чудо возможно. Сколько историй разных вокруг. Мысли просторы, книга надежная, верный помощник, преданный друг. Праздник, конечно, важное дело. Только и он утомляет порой, если духовных встреч захотелось. Книжным глубинам сердце открой!